Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 4 и 5. Здесь сказано об Иисусе Христе. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Господь, я прихожу к Тебе в этой молитве и прошу, чтобы Ты провел во мне глубокую работу исцеления и освобождения. Я верю, что нет ничего невозможного для Бога. Я прошу, Господь, дай мне дар веры, чтобы верить в сверхъестественное и принять полноту исцеления, которая есть у Тебя для меня. Господь, прости мои грехи и грехи моих предков, которые могли привести к моим болезням. Прости, если мы причиняли зло другим людям, и это зло вернулось в нашу жизнь. Также я прощаю и отпускаю всех людей, которые когда-то причинили мне зло и боль. Я разрываю все неправильные душевные связи с этими людьми. И я прощаю себя за все свои ошибки, за которые винил и осуждал себя. Я приношу их на крест и отдаю свою жизнь Тебе, Господь. Господь, я прошу, чтобы были разрушены проклятия, в том числе родовые проклятия, которые стали причиной моих болезней. Пусть они навсегда удаляются из моей жизни. Пусть любая сила тьмы, неважно в какой форме она проявляется против меня, будет связана и навсегда удалена вон. Я прошу, чтобы нечистые духи, болезни и немощи были связаны и изгнаны вон во имя Иисуса Христа. Пусть любой плен болезни будет разрушен, и боль уходит из моего тела. Любое господство, иго, бремя и рабство болезни да будут сокрушены. Я прошу, чтобы закрывались двери, через которые болезни и немощи пришли в мою жизнь. Пусть одна за одной эти двери, в том числе наследственные двери, закрываются навсегда. Господь, я прошу, возьми меня сейчас в операционную небес и будь моим врачом и целителем. Я прошу, просканируй полностью все мое тело, чтобы все, что не соответствует Твоей воле во мне, было выявлено и исцелено. Все от макушки головы до подошвы ног, все ткани, органы, сосуды, суставы, кости, весь мой обмен веществ, все, что есть в моем теле. И вы можете сейчас сами назвать те органы и части вашего тела, которые особенно нуждаются в исцелении. И я благодарю Тебя, Господь, за исцеление всех систем моего организма, дыхательной системы, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, выделительной, половой, эндокринной, покровной, лимфатической, иммунной, опорно-двигательной, системы органов чувств. Каждый орган, входящий в каждую из этих систем, да будет исцелен. Даже те, о существовании которых я не знаю. Пусть все эти органы и системы приходят в гармонию и баланс и в полное соответствие Божьей воле. И откройте сейчас свое сердце и принимайте мою молитву за вас. Я молюсь, чтобы всякая болезнь и немощь оставляла сейчас ваше тело во имя Иисуса. Пусть все болезнетворные микробы, инфекции и вирусы будут лишены силы и убираются вон. Пусть любая тьма, которая есть в вашем теле, теряет свою силу и уходит. Если есть какие-то неизлечимые болезни, я прошу, чтобы они были сверхъестественно исцелены. Пусть источники всех этих болезней будут связаны и полностью удалены из вашего тела. Я призываю потоки живой воды с неба. Пусть они омоют вас и очистят ваше тело во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что время болезни закончилось. Пришло время исцеления и освобождения. Почувствуйте сейчас, как волны исцеления проходят по вашему телу, и болезни постепенно оставляют вас. Вы можете чувствовать боль в определенных местах в теле, но она проявляется, чтобы быть исцеленной.
почувствуете, как всякая сила болезни сейчас вытягивается из вас, как ненужный сор, как ненужная серая паутина, которая уходит навсегда и больше никогда не вернется. И я молюсь, чтобы тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, оживил сейчас ваше тело. Пусть оживает все, что умерло, но что должно было жить. Я прошу, чтобы Дух Святой наполнил вас сейчас от макушки головы до подошвы ног. Пусть свет Божий, свет с небес заполнит всю ту комнату, в которой вы находитесь, и окутает все ваше тело. Пусть облако небесной славы наполняет вас сейчас. Принимайте силу свыше. Благодарите Бога за свое исцеление, восстановление, обновление, омоложение. Ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Вы будете обновляться, исцеляться и познавать Божью благость и милость. Мы верим, Господь, что увидим благость Божью на земле живых. И скажите вместе со мной: Иисус Христос умер за меня на кресте и понес на себе все мои грехи, проклятия, болезни и немощи. И поэтому с этого дня я принимаю свое полное исцеление и восстановление. Я принимаю жизнь и жизнь с избытком. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.